Повышение взноса на капремонт планируется в Забайкальском крае. Об этом сообщает телеграм-канал «Депутат Забайкалья». Со слов исполняющего обязанности МинЖКХ края Алексея Головинкина, средств фонда капитального ремонта хватает только на решение точечных вопросов. Если мы хотим работать с капитальным ремонтом нормально, делать его под ключ, то нам нужно менять минимальный размер взноса. Сделать комплексный ремонт дома, замены кровли, проводки, сетей и отделкой фасада, чтобы забыть о нем на ближайшие 20 лет – существующий взнос не позволяет, аргументировал Головенкин.